«Делай добро, и оно к тебе вернется». Так звучит девиз благотворительной акции «Бумеранг добра». Одним из организаторов мероприятия стал концертный директор KS Production Алихан Мусатаев. Мы запускаем проект «Бумеранг добра». Идея проекта пришла еще до Нового года, так как мы с друзьями уже начинали подобную акцию делать, и мы помогали старушкам. Затем мне пришла вторая идея, чтобы эта акция была более масштабной, чтобы уже средства массовой информации об этом узнали и люди могли уже делать добро. В рамках проведения «Бумеранга добра» планируется выпустить в продажу 1000 эксклюзивных календарей. Для этого на минувших выходных прошла специальная фотосессия. В акции приняли участие воспитанники алматинских детских домов и поп-звезды, в их числе Кайрат Нуртас, Камшат Жалдыбаева и группа ST Brothers. Мы с радостью, конечно же, согласились, потому что такой проект нужен и необходим для Казахстана, для поддержания не только социального, для поддержания самой молодежи, для поддержания маленьких детей. К моменту выхода календарей в продажу организаторы планируют провести также благотворительный концерт. Все вырученные средства будут переведены на покупку дорогостоящих лекарств больным детям.